Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами вновь находимся на коттеджном поселке Морской, где хочу представить вам вот такие дома, одноэтажные, 70 квадратных метров, свободной продажи. Эти дома для тех, кто хочет жить в одноэтажном доме у Черного моря. Они очень хороши с собой, прекрасны для жилья. Да что говорить, пойдете посмотрим. Земельный участок составляет на данном доме 6,4. Коммуникации подведены: свет 15 кВт, вода центральная, септик 8-кубовый. Есть также подведение интернет-оптоволокна, а также получено разрешение на подключение газа. В основании этого дома заложен ленточный монолитный фундамент с армированием. Залита монолитная бетонная плита. Материал стен данного дома – газоблок, но также мы можем поставить дома из других видов блока. Утепляем стены каменной ватой толщиной 50 мм. Крыша из металлочерепицы, которая утеплена 200-м утеплителем. Фасад этого дома покрыт фактурной штукатуркой. Вокруг дома залита отмостка. Установлен забор по всему периметру участка. На улице есть столбы освещения. Напомню, что в этом доме расположены две спальни, санузел, прихожая, коридор и кухня-гостиная с террасой. С крыльца дома мы проходим в небольшой тамбур, где можно установить шкаф-купе для вашей верхней одежды и обуви. Далее расположен коридор 6 квадратных метров. И прямо за ним санузел тоже 6 квадратных метров. В санузле можно расположить всю необходимую для вас сантехнику, в том числе и полноценную ванну вместо душевой кабины. По левую сторону от коридора находятся две небольших спальни 14 и 11 квадратных метров. Кухня-гостиная занимает площадь в 24,5 квадратных метров. Зона на кухне отделена от зоны гостиной разным покрытием пола. В зоне кухни это плитка с теплым полом, а в гостиной постелен ламинат. Также на кухне и в санузлах мы всегда обязательно устанавливаем вытяжки. В кухне диаметр вытяжки 200 мм, чтобы можно было установить газовый котел в дальнейшем, а в санузле 100 мм. Из кухни мы легко можем переместиться на солнечную террасу, которая облицована плиткой. По желанию клиентов мы можем выполнить различные остекления этой террасы и установить навес. Площадь террасы составляет 24,5 квадратных метров. Стоимость этого дома на июнь 2019 года в чистовой отделке с участком 6,4 вы можете сейчас видеть на своем экране. На сегодняшний день у нас таких три дома в свободной продаже. Один может быть вашим. Обращайтесь к нам в компанию «Стройгарант Анапа», оставляйте свои заявки, подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети и будьте в курсе всех наших событий по поводу продажи домов в Анапе и Анапском районе. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока!